per la notte. Ну что, дорогие друзья, я даже немножко волнуюсь, потому что со мной стоит самая красивая, это уже подтверждение того, что самая красивая девушка России, первая победительница сегодняшнего вечера, мисс Волга 2018. Просто нет слов. Посмотрите, какое роскошное платье, корона, девушка, прекрасная. Расскажи, пожалуйста, о себе, насколько ты ожидала, что все-таки победа будет в твоей руке? Как вообще, как, вот, какие впечатления, какие эмоции, вот, что ты чувствуешь, когда выигрываешь? На самом деле я в шоке, я абсолютно этого не ожидала, для меня финал абсолютно неожиданный. Когда называют твое имя, я не знаю, мне кажется, это просто всплеск самых разных, самых красивых чувств, которые только могут быть. Самые яркие эмоции, это очень приятно, это первая моя победа, и я очень надеюсь, что она будет не последней. Скажи, а что для тебя было самым сложным? Ты в итоге победила, но с какими трудностями ты столкнулась на протяжении всего проекта? Ну, я не могу сказать, что эта победа была легкой, потому что до этого целый месяц я готовилась к конкурсу, приводила свое тело в порядок. Так... Это ты ходишь в спортзал по ночам? Я вспомнила, да-да-да. Молодец. Так как у меня были лишние килограммы. Я очень много занималась спортом, готовила национальный костюм. И на самом деле я очень рада. Я просто не могу передать всего, что происходит сейчас у меня в голове. Ну, ты же понимаешь, что ты заслужила. Ты мисс Волга этого года. И у тебя огромная возможность целый год нести этот замечательный титул и после этого уже передавать корону. Но я думаю, что в ближайшее время ты с ней не будешь расставаться. Будешь с ней спать в обнимку и не снимай ее хотя бы какое-то время. Кайфуй, радуйся. Вот эта победа, я думаю, заслужена. Спасибо большое. Ну, я очень надеюсь на то, что я буду с достоинством нести этот титул. Мне бы очень хотелось сказать то, что я считаю, что все девочки очень достойны, так как все очень тщательно готовились. Ну, а что ты можешь пожелать вот нашим зрителям? Участвовать в конкурсах красоты? Или все-таки не стоит? Не нужно себе трепать нервы? Лучше обойтись без этого. Как вот ты считаешь? Я считаю, что стоит, потому что в любом случае ты выходишь из зоны комфорта, и в любом случае ты пробуешь себя в чем-то новом, ты чему-то новому учишься. Может быть, ты учишься тому, как вести себя на сцене, а может быть, ты обретешь себе новых друзей. И я считаю, что это все очень ценно, не нужно никогда бояться, нужно идти вперед и исследовать своей мечтой. И ты же понимаешь, что с завтрашнего дня у тебя будет много интервью, радио, в своем городе тебя будут узнавать практически каждый человек. Я пока не понимаю ничего. Я разделяю твою радость. Вместе с тобой все мы, весь зал, жюри. Это общее решение. Все коллегиально решили, что ты лучшая на сегодняшний день. Мы желаем тебе удачи, чтобы в твоей жизни были только победы. Возможно, пусть будут проигрыши, они будут тебя мотивировать. Но на данный момент кайфуй, отдыхай. Ты сейчас победительница и самая красивая на этой сцене. Мы тебя поздравляем. Ricordi